всем привет! Это видео посвящается тем ребятам, которые очень часто задают в интернете вопросы, чем я занимаюсь в межсезонье и какие виды упражнений, и как я вообще восстанавливаюсь после тяжелых соревнований или после тяжелых тренировок. У меня сейчас есть возможность, как раз получился такой период, решил себе устроить каникулы на полтора месяца. Это образные каникулы, то есть все равно по-прежнему я тренируюсь ежедневно, но насыщение тренировочной программы абсолютно другое. Поэтому в этом видео расскажу о тех упражнениях, которые я использую в межсезонье, расскажу о препаратах, которые я восстанавливаю связки и немножко поддерживаю свой организм. Вот. Ну и немножко о растяжке и обо всем этом. Смотрите в этом видео. Думаю, что будет интересно. О резинке я уже очень много рассказывал, я с ней работаю круглый год, то есть вот эти вот все упражнения, об этом есть снят отдельный ролик на канале, но в разминку я всегда включаю эти упражнения, поэтому рекомендую вам тоже. Использовать я ее начал после того, как мне сулили сделать операцию на плече после Олимпийских игр. И кто-то мне посоветовал, я уже даже не помню кто, кто-то посоветовал попробовать взять на тренировку резинку. Вот я потренировался неделю, и я думаю, те ребята, которые испытывают такие же ощущения, когда они спят ночью, и вот дискомфорт в плечах, когда ночью просыпаются от жуткой боли, вот это вот у меня все это было, и все это я убрал за счет вот этой вот штуки. Поэтому попробуйте. И потом скажете еще спасибо. С резинками я делаю 2-3 подходика. Также в свою разминку я всегда включаю наклоны. В любой период я всегда включаю наклоны, чередую между тренировками. Одни тренировки я делаю со штангой, со стоек, другую тренировку я делаю гиперэкстензию. Тоже буквально 3-4 подхода по 8-10 раз, этого достаточно. Спина должна быть всегда в тонусе. Плюс ко всему, перед тренировкой, когда я тренируюсь в зале, в котором есть концерт грибной, я еще наворачиваю где-то около 2000 метров, так, чтобы разогреться немножко, чтобы зациркулировалась кровь. Если возможности такой нет, то делаю хотя бы пробежку. По упражнениям в основном это комплексы, которые направлены на большое количество подходов, при этом с маленьким весом. Сегодня, к примеру, я буду делать приседания на груди, а перед ними буду делать трастер, ну, то есть взятие на грудь, бежим, кто не знает. Буквально где-то 3 раза на грудь, то есть 3 по 3 раза. Если рывковый день, я их чередую, толчковый и рывковый день. В рывковый день я делаю рывок плюс рывковый швунг, плюс рывковые уходы, плюс еще могу добавить рывковые приседания. По 2 раза, то есть получается 8 подъемов за один подход. Это помогает, во-первых, разогнать дыхалочку. Вот.
Ну и опять же, работа с маленьким весом, то есть она дает возможность восстановиться суставам, связкам и мышцам, прийти в свою тренированную форму, при этом не используя больших весов. Сейчас сделаю пару подходиков и расскажу по поводу препаратов. Что еще можно использовать из упражнений? Это приседания на груди плюс толчок. Это рывковые уходы с приседанием отдельно. Это рывки с плинтов, с виса. То есть те упражнения, которые можно делать на большое количество раз, не больше 60-70%. То есть 70% это должен быть потолок. В моем случае я даже не делаю больше 50%. Вот. Что хотел отдельно сказать по восстановителям и препаратам, которые в этот период времени я специально стараюсь включать в свою подготовку. Это Animal Flex обязательно. То, чтобы поддержать свои суставы, связки. Возможно, это может быть еще в зависимости от того, если во время подготовки были какие-то острые ощущения, какие-то болевые. Это может быть еще аптечный препарат Донна. В Украине и в России он известен еще как артрокомплекс, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. Локационно, вот, допустим, за эту подготовку у меня была такая неосторожность. Я поработал немного на брусьях, и у меня заболел локоть, крепление трицепса. Местно я использовал, и даже сейчас использую, плазмол такой, тоже аптечный препарат, он есть. И травмель. То есть это те препараты, которые вы можете купить в аптеке и в межсезонье, допустим, сделать курс от 1 до 10 ампул точечно. И, ну, по крайней мере, мне это очень помогает. Где-то такой период, где-то около 20 дней. Плюс ко всему снижаются нагрузки. И у меня проходит восстановление намного быстрее и намного качественнее. Относительно таких моментов, как массаж, растяжка и все остальное, то вот сейчас я планирую себе курс хотя бы сделать 7-10 массажей, хотя бы 1-2 массажа в неделю. Это очень важно. Ну и, конечно же, уделяю очень много внимания растяжке после тренировки и перед тренировкой. Это работа, опять же, как у гимнастов, то есть сел, сидишь и растягиваешь. Также это прорабатываю на вот этой шипатой трубе. Постоянно забываю, как ее называют, как она называется. Отдельно бедра, спину. Вот, в общем, те зоны, которые, в которых чувствую проблемы. Ну, конечно же, яйца судьбы, которыми можно баловаться от малого до великого. Вот. Они тут точно знают ваши проблемные зоны и всегда их найдут. Поэтому в межсезонье это не признак для того, чтобы не тренироваться. В этот период нужно тренироваться в 2 раза больше, просто делать меньше нагрузку и работать над теми зонами, которые самые проблемные. Поэтому, если вам было интересно это видео, у вас есть вопросы, пишите комментарии под видео. На эти комментарии я всем отвечу 100%. Поэтому всем хорошего настроения и хорошего самочувствия. Пока.